День Победы отмечаем. За столом сидит народ. Почему-то вспоминаем 93 третий год. Этот день, конечно, праздник. До да любого хоть спроси, ведь всегда в почете были все воители Руси. Но настала перестройка, много бед несла она, все рассорены народы и развалена страна. Не летают самолеты, Гордый крейсер сдан на слом и совсем не до веселья офицерам за столом. Но понадобится, если наши родины штыки, знаю, встанем в строй единый. Пьем за это, мужики.